Ребятушки, всем привет! Мы доехали до Гагры, вышли вот здесь на колоннаде. Снова фона до этого места 200 рублей. Маршрутку мы остановили на дороге. Ну и пойдем гулять. Это считается старая Гагра. Сейчас погуляем, походим, посмотрим, поснимаем, вам все покажем. Но красота, конечно, вообще невероятная. Когда ехали по новой Гагре, там тоже хотелось на каждом шагу выйти, все это поснимать. Но, может быть, на обратном пути, я не знаю, как у нас получится, мы сядем, доедем до куда-нибудь в центр и там еще погуляем. Но сегодня погода шикарная. Жарко, снимай шапочку. Смотри, какую я лавочку нашла для фотосессий свадебных здесь. Ой, как клево! Мне очень нравится Гагра. Садись, конечно, посиди. Смотри, он львы. Пойдем туда, поднимемся, посмотрим, что за здание. Лепнина какая, посмотрите, это вообще просто классно. Федя! Взял свой телефон, тоже фотоет. Вот давно так надо было, вместо того, чтобы мультики смотреть. Смотри вот здесь как. Эпично все. Твое любимое слово. Да? Да? Да. Понятно. Не знаю я, что это за здание, но оно все закрыто. Там что такое? Да, запах природный. Ух ты, куда мы пришли? Смотри. Офигеть. Пошли вот сюда. Пошли все углы сначала обойдем, а потом пойдем на саму колоннаду, куда мы вышли. Здесь какая-то, видать, площадка была. Фиди, я не знаю. Ну что, будем спускаться? Да. Все, погнали.
остановка с этой стороны, где лавочка вот так выглядит. Пошли до пешеходного перехода. Потеплело так вообще хорошо. Кафе «Колоннада». Огромное преимущество поездок в Абхазию, ну и в любое другое место курортное вне сезона, это возможность сделать очень красивые фотографии, видео снять без большого количества людей. Люди есть тут, но их не так много, как я подозреваю, в курортный сезон бывает. Место, конечно, очень красивое, очень просто. Посмотрите, как свет и тени играют. Столбы пальм со столбами колоннады. Все это как сочетается великолепно. Просто глаз радуется. Там он что-то есть, смотри. Сувениры, наверное. А море как сияет сегодня. Потрясающе. Видел собачку? Да, и там не один. Не один, их там несколько, да? Да. О, плодятся и плодятся кутятки. Пошли вон она, качеля, сына. Слева от колоннады. Спускаемся. С этой стороны она вот такая. Очень-очень красиво в Гагре. Великолепное место, природа. Посмотрите, за пляжем какая. Ноябрь, 21 или 22 декабря сегодня. Посмотрите, какая красота. Кстати, пляж здесь вот такой песочный за колоннадой. И мы идем к качели. Она... От колоннады немного слева, вон ее прямо видно. Очень рада я, что не осталась в Сочи в этом году, в Адлере, на зиму до весны. Наверное, самое правильное решение в этом году приехать в Абхазию на зиму.
У нас еще один великолепный день. Вот каждый день, сколько мы здесь, каждый день это что-то новое, это что-то прекрасное, новые люди, новые красивые места. Стой, сфотографирую сейчас тебя там. Ну, давай, давай, конечно, ты первый. Пляж огорожен вот такой вот тропинкой. Сможешь или подсадить? Высоковато, да, тебе? Лес. А вот качай теперь, да, сейчас. Здесь даже есть фонарь, подсветка для качели. Смотрите, как здорово. Красота. Ловкий мальчик. Вау, так красиво. Хочу заметить, что мы одни. Ты видишь, что никого нет? Где? А, вон там вдалеке два человека. Ну, слазь, пойдем водичку потрогаем. Жилетку, жилетку. Ой, хорошо-то как! Классно-то как! Нет, ты сейчас ракушки не собирай, и камни тоже. Здесь какой пляж хороший. Ну, намыло, конечно, вот волнами здесь это. Такие впадины. Вода сегодня даже прям какая-то теплая, градусов 18, наверное, я бы сказала. Очень комфортная водичка. Ну, для купания не знаю. Это на любителя, конечно, купаться в такой воде. Все, смотри, какие они толстенькие, упитанные, чистенькие, довольные. Да. На юге живут, чтоб я так жила. Ты же, я нашел себе друга, мам. Давай домой забегу.
Да ты что? Мы, когда свой дом будет у нас здесь, тогда мы заберем его? Всех собак. Его? И его тоже. Так, здесь у нас музыка играет. Сейчас по набережной пройдемся в сторону замка принца Альденбургского. Может быть, дойдем, да. Пить будешь? Пей, да я уберу. Идем по набережной в Гагре от, получается, колоннады в сторону границы. Вот идем. Тут два парка должно быть. Аккуратно. Да что такое? Здесь в Гагре фишка на пляжах, дорожки из камней к морю. Фонтан закрыт, не сезон. Еще одна дорожка. Тут даже цветы еще какие-то цветут. Кису можно, конечно. Да, вот мы дошли до кафе «Канадка». Это прям тут недалеко. Что-то здесь такое интересное. Постройки, мостик. Смотри, какой мостик. Ну, заходи на мостик. Федя! Федя! Ой, пахнет как хорошо-то. Бамбук растет тут. Ух ты, классно как. Что там? Пруд? Да, пруд там есть. Сюда пойдем? Ну, тут сейчас ремонт идет. Смотри, в грязь не лезь, обходи. Что-то ремонтируют. Кувшин, видишь, какой большой стоит. У него ручка есть. Ну да. Вот эта бакалашка стоит. Стой, Федя. Здесь фонтан. А здесь кафе Гагрипш. Вот за этими кустами. Сейчас пойдем туда. Типа мальчик целится из лука. А, точно. Стрелок, смотри. Надо с другой стороны к нему подойти, наверное. А будем обходить? Будем. Ну, пойдем. О, домик. Мини-лидо. Мини-отель. Там маленький отель. А, отель Лели. Хотя давай нет. А почему? Ладно, да. Ты же подкрепился, у тебя силы есть. Сиди вот сюда, тебя сфотографирую. Аккуратно. Это в центре озера прям.
карусели. Тебе нравится? Да. Даже несмотря на то, что карусели сейчас нету, да? Все равно красиво очень. Угу. Интересно. Угу. Пошли, обойдем, посмотрим, что это. А, это вот принц Александр Петрович Ольденбургский. Основал курорт Гагра. Бар Сакура. А, тут ветки обрезали, видимо, вот с дерева. Завал вот этот не убрали. Так, а как нам подойти-то туда? Я хотела сделать фото. Смотри, как из бамбука сделали. Красиво. Какое место. Красивое место. А смотри, вон из коряжек как сделали. Федь. А смотри, какая беседка. Вижу. Иди посиди, отдохни. Да, летом здесь, наверное, ажиотаж, людно. Но место вообще классное, конечно. Бар Сакура. Круто. Это банановые листья бананового дерева. О. Смотри, классно как. Смотри, какие ветки валяются. Может, нам пригодятся такие. Ой, они колючие. А вот эти палочки, держи листики. Вот эти палочки нам точно пригодятся. Вот в этой вот штуке. Блин, нет, она крошится, не будем брать. Если только вот одну. Нет, она вся облетит. Жаль. Здравствуйте. Нет, не здесь. Укладывают дорожки. Это скульптура? Точно, как ты и я. Еще одна качеля. Помоги мне раскачаться. Я иду за мной. Знаменитый ресторан Гагрипш. Федя, вход в ресторан, по-моему, платный. А? Слышишь меня? Ты не разгоняйся, вход платный. Просто так туда заходить нельзя. Девушка на входе сидит, контролирует этот вопрос. Спрашивает, вы покушать?
Вот, если покушать, то проходите. Если не покушать, то извините, до свидания. Кофе 100 рублей, капучино, латте 150, по восточному 130. Пойдем сюда. Идем по вот такому тротуарчику брусчатому от ресторана Гагрипш в сторону дворца принца Альденбургского. Вот тут вот остановка была, автобус остановился. До нового Афона поехал маршрутка. Движение такое нормальное прям. Погнали, говорит. Ты же только что говорил, что ты устал. Уже все, уже не устал? Отустал. Отустал, назад? Назад отмотал, да? Ну пошли. Смотри, там машина, он мусор что ли вывозит. Пойдем посмотрим. У нас времени еще полно. Это ветки убрали с деревьев. Видишь, сложили в контейнера. И машиной вот этой сейчас погрузчик погрузят и увезут. Это же Сочи. Как в Адлере, да, возле океанариума. Смотри, какие тут семена шишишки валяются. Какую фигуру? Вон там еще много, смотри их. Здесь вот машин много. Тут, наверное, кафешка работает какая-то. Пошли поглядим. Федя. А вот это что такое? Пойдем посмотрим. О, смотри, как прикольно. Объемные вот такие сделаны. Ух ты. Мартыша. Ну-ка, а всех вы... посмотри, а здесь кто? Мартышка, заяц. Классно как. Кошара. Ты всех знаешь, а здесь кто? Жаба. А этого не знаю. Зайчик? А здесь? Медведь. Да. Прикольно сделано, как вообще. Старушка, где красоты бед? Микки Мауса нашел. Здорово. Пойдем вон туда глянем, что там. Иди сюда. Беседочка здесь. Ко мне иди. Все, видишь, загрузил кузов и поехал. Гляди, какой собакен. Да. О, наверное, она девочка беременная. Большая какая. Ты какую большую? Или ты просто такая большая? Ой, вас тут двое. Пацан. Давай вот сюда. Сходим, посмотрим, что здесь. Что тут такое интересно? А, тут пирс, там, наверное, рыбу ловят. Типа рынка, что ли? Ой, точно. Смотри, мы рынок нашли. Погнали. Погнали. Посмотрим. Погнали, посмотрим. Рынок, сувенирочки. Только чур ничего не покупать. Конечно, чур ничего не покупать. Мам, пошли мечи. Тут одни сувениры. А флажки, девочки, а флажки почем? По 100? Давай купим флажок. Давай. А мне? А мне?
Да, нам надо. Мы любители теперь такие. Собираете? Нет, не собираем. Мы Абхазию любим теперь очень сильно. Магнитики по 20 рублей. Полотенчики всякие. Вот это называется мозаичный лабиринт, а вон то наверху и есть дворец принца Альденбургского. Сейчас пойдем поищем, как туда пройти можно. Купили маленький флажочек абхазский. Как туда, интересно, поднимаются? Сейчас пойдем искать. Вот это окно круглое, где все фоткаются. Я его вижу. Цель обнаружена. Теперь надо узнать, как туда подняться, пробраться. Вот по этой дороге, может? Мам, я знаю, как туда пробраться, но я не скажу. Ой, какие красивые домики, мы мимо. Ну ладно, спустимся, посмотрим. Короче, мы дорогу перешли. Дворец прямо вот здесь сейчас над нами. Непонятно, как к нему проходить. Попробуем вот по этой дороге сейчас. Короче, маленько прошли. Вот какая-то лестница. Попробуем сейчас. Ты давай аккуратно подняться. Посмотрим. Туда. Ну, по идее, должно быть туда. Да, вот она заворачивает и ведет вон туда наверх. Вон туда еще наверх лесенка. Ой, какая она высокая. Не, высокая. Так. Прохода нет, злые собаки. Дворец принца Альденбургского туда. А там ворота. Там еще стены какие-то, крепости или что. Как-то же туда заходят. Мне кажется, что... Федя, смотри, что я увидела. Идешь, идешь среди леса. Хоп, такая стена из скалы. И фонарь. Круто. Ведется видеонаблюдение. Частная территория. Да. Короче, тут все на замке. Угу. Короче, ребята, не знаю, как туда попадали. Видела фото и видео, видела, там делают. Ну, мы уже не полезем. Отойди сюда. Посмотри, дорога рушится, как тут, видишь? Отходи от края. Как оползень, видать, тут что ли. Вот это вот прямо съезжает. От края отойди. Да, видимо, теперь никак не попасть туда. Печалька. Ну да ладно. Ушли. А может, их вообще-то нет? Просто шутка какая-то. Море. А? Я вижу свою собакину. Поднялись по лесенке, короче, вот до сюда. Да, здесь тоже ворота, калитка. И лежит, спит злая собака. Дальше мы не пойдем. Здесь вот еще что-то. Но тут по тропинке. Не, мы не полезем. На деревьях вон фонари висят. Мы хотели здесь покушать. Красиво, да? Ну да ладно.
очень печально. Федя говорит, пойдем на берегу покушаем возле моря. Еще в прошлом году было открыто все, мы немножко просто опоздали. Что здесь? Крепость Сабата, памятник историко-культурного наследия. Пошли. Это крепость. Да. Ух ты. Это просто крепость. Видишь? Ресторан здесь. А, дорога вот она. А там наверху, видать, ресторан. Ну, пойдем. О, иди сюда. Что я увидела красивое, смотри. Да? Садись, посиди. Не знаю, что за растение, но это настолько шикарно смотрится. Вообще. О, красота какая. Федя, ты уже на всех посидел? Нет. Мягкие кресла. Блин. Вот это красиво, как в Греции. Да, это гостиница. Здесь вход только для гостей отеля. Дальше. А здесь вот можно поглазить еще. Посмотри, что за цветы. Не знаю, как они называются. Но внутри тоже шикарно. Стильно все сделано. В ресторане. Вот это вот похоже на очень-очень крупные гортензии. Коричневеет. Сначала вот такая розовая. Твердые листочки. Короче, нашли вот место красивое, колоритное. Если здесь гулять рядышком, то надо обязательно сюда заглянуть, в этот уголочек. Очень красиво. А с этой стороны вот оно, это растение выше забора. Красота. Конечно, великолепно все. Здесь тоже калиточка. Кому интересно, можно посмотреть в интернете, сколько здесь будет жить, стоить. А вот номер телефона, кстати. Подсветочка вечером будет сиять, тут все. А вот этот дворец, в который сейчас, к сожалению, не попасть. Да, вон в том круглом окне делали фотки классные с видом на море. Эх, ну ладно. Написано частная территория, может быть кто-то, может быть с другой стороны где-то вход есть, вот я прям даже не знаю. Может быть кто-то выкупил, будет восстанавливать. Ну, пойдем назад до колоннады тогда. Да, на качельках покачаемся. Красиво как. Да. Покачаемся. Время 2:30. У нас еще 1.5 часа есть погулять здесь. Потом нужно возвращаться. 10%. Пиликает, да?
Возвращаемся на колоннаду. Да. Решили там посидеть, перекусить на пляже. Мама, за ней. А потом поедем домой. Вернулись до колоннады. Тут все очень недалеко на самом деле. Где едешь? По пустыне иду. Здесь людей прибавилось. Сейчас мы еще присоседимся. Ой, какая красота! Что же, пикник расположились. Пойдем вот сюда. Вон дяденька с мальчиком, видишь, строит что-то. Ой, жарко, ребята, градусов 20, наверное, на солнце точно не меньше. А. О, иди, Федя, смотри, не зря флажок купили. Классно. Подходи, я тебя сниму. Нет? Сейчас открою. Вот смотри, кто-то купается там. О, прямо заплыв. Вон там вдалеке люди разделись, загорают. Может, и купаются даже. Плывет. Холодно. Открылся? Потихоньку пей. Человек пошел купаться. Ну что ж, ребятки, мы не прощаемся с Гагрой, не прощаемся с вами, но видео я заканчиваю. Мы поехали домой, это Гагра. Нам очень понравилось. Очень прям. То, что мы видели, нам очень все понравилось. Мы сюда еще вернемся. Смотрите видео. Смотрите другие мои видео на канале. Подписывайтесь, нажимайте колокольчик. Еще будет много интересного из Абхазии. Женя и Федя. Всем пока.